Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Надифил. Продолжаем прохождение игрушки Control. В прошлый раз мы нашли Маршал, спасли ее, и она нам дала задание отправиться в лабораторию рук Дарлинга. Погнали, мои дорогие друзья! Ребята, я иду сейчас, только почекаю здесь все и прибегу к вам. Ну, тут вроде ничего такого нам не подсвечивается, не горит. Рейнджеры! Я вам помогу! Давай! Стоять, друг! Это свой! А чё молчишь? Отлично! Куда бежишь? Ты его убить не можешь. Готов. Ты смотри, живой какой. А ты откуда такой взялся, дорогой друг? Опа, что это за движ там происходит? Вижу. Так, я так понял, рейнджерам моим напинали тут. Выживших из них никто не остался. Ладно. Погнали, мои дорогие друзья. Очистим эту локацию. Чего? Ты кто такой? Бах! Вот это я ж бахнул его от души просто. Так, нет, все, собираем здоровье, валим, зачищаем точечку. Шикарно, вот это все просто шикарно. Так, шелтер тут есть. Я его заметил. Шелтер. 6 персон максимально тут можно тусить. Доки. Доки. Самое главное, доки сейчас надо будет забрать. Здесь у нас что? Усиление энергии. Угу. Ритуальный офис. Ну, пока нам виртуальное дело не надо. Погнали по заданию, дорогие друзья. Так. Хм. Вот вращение. Ничего. А здесь что у нас? Ха! Смотрите-ка! А! Утка! Ха-ха-ха! Прикольно! Что говорят? I will begin by introducing various stimuli to the item. First, a low voltage electric shock.
Короче, над ней издевались. No response. Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Quack, if you can understand my words. Да. No response. This concludes session 2. We'll need time to prepare further. Бедная утка. Столько потерпела. This way to the lab? Okay. You must like these HRAs. Sounds like Darling built them. And most of the things around here. Дверка какая-то у нас забаррикадирована. Что это у нас Assuming тут? He's not dead. По-любому тут какой-нибудь Or секретик есть. О, пожалуйста, стоит, как ни в чем не бывало. Мод здоровья, отлично. Там тоже моргает что-то. А, тут еще у нас. Астральный след. Шикарненько. Так. Надо создать такой нам куб. Давайте попробуем. Так. Сюда, 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 сюда. О, отлично. Получается, лево, вверх, право. Лево, вверх, право. И в итоге... Лаборатория рук открылась дверь нам. Так. Давайте попробуем запустить. Опа! Стоп, 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 стоп. Вижу, 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 вижу. Документы. Hello again, director. It appears we have a new problem. We need to get the HRA machine working. Перезапустить терминал на первых картах. This looks a bit more complicated. Шикарно. Darling must have had a system. Randomness isn't in his nature. Так. Надо карты. Первых карты надо найти для начала. I'll see what I can do. Ага. Их там 5 было пока. Значит, 5 надо карт найти. Одна. Оп. Вторая. Вижу третью. Еще подсвечилось. Четвертое. Пам-пам-пам. Вот пятый лежит. Так. Так. У нас есть карты похожие. То есть, я так понимаю, да? Вот, цифра 4 на нем что-то написано. Так. Угу. Скорее всего, вот. Если здесь четвертый, значит, can me affect this. Так, четвертый, значит, у нас сбоку написано. Открываем и кладем эту карту. Ага, первый типа значочек радиации. Надо найти нам первый. Первый, первый, ты у нас пятый, ты у нас третий, ты вот первый. Смотрим первый. Значочек радиации есть. Ты у нас второй. Цифра 2. Вот, тут зачеркнуто. Есть второй и третий. Значит, второй. Мы ставим вот этот. А на цифру 3 мы ставим вот эту часть. Ну, естественно, на пятый, значит, у нас остается только вот это. О, отлично. Ну, что-то изи прям. Запускаем. Hey,
бомбили. The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. We need more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Black Rock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. But don't call me Director. Jesse is fine. I'll call you Faden. Here, you'll need this keycard. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. Вон оно чё. Всё-таки что-то это Маршал знает. И не хочет нам говорить. Четыре очка способности, шикарно. Опа. Ничего больше нет. Дверь закрыта. Больше ничего не подсвечивается. Так, обслуживание. Центр обслуживания нам надо попасть. Ну, погнали. Центр исследования. Центр обслуживания. Сектор обслуживания. Давайте сектор, коридор доступа. Сейчас посмотрим. Что куда? Зачем и как? Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? HRA's first. They'll help save everyone, including Dylan, once I find him. Can you keep him safe? Like you do with me. Вот, нам надо туда. Чтобы нам туда попасть, здесь у нас что? Аппаратная. Так. Мы спустились. Ага, ага. Как раз у нас тут есть. Так, способности. У нас есть 4 очка, мы можем прокачать. О, метание. И метание легких врагов при низком уровне здоровья. О, шикарненько. Давайте возьмем вот эту способность. И, оп, ячейка наполнительного мода для нас открылась. Шикарно. Так, и откроем там метание легких врагов. Анстральные конструкторы. Форма оружия. Мы можем использовать, конструировать кумулятив. Или все-таки улучшить хватку.
давайте хватку улучшим. У нас ей отлично. Вращение. Кумулятив. Кумулятив. Давайте попробуем кумулятив еще используем. Моды пока отложим. Так. Смотрим. У нас есть осколки. Это наш дробовик. И кумулятив. Давайте поменяем сюда кумулятив, а сюда нашу хватку поставим. Так. Что мы можем сделать? Мы можем добавить еще один мод. Этот у нас боеприпасы. Урон при низком здоровье. Урон при низком уровне здоровья. Здесь урон увеличивается. Давайте увеличим урон, скорее всего. Будем шмалять по ним. А урон при низком здоровье. И, наверное, боеприпасы возьмем. Кумулятив. А тебе мы можем поставить масштабирование. Или еще что-нибудь. Или урон. Давайте масштабирование поставим. Персональный мод. Энергия плюс 9. Это у нас из редкого. Так что мы его и воткнем. Так. Кумулятив. А, он еще и заряжает. О, вот это да. Интересно. Так. Куда нам надо? Запускаем. Нам надо попасть в центр обслуживания. Ну, пойдемте, попадем. Центр обслуживания. Карьер черного камня. Нам надо туда вообще, по идее. Нам же надо найти переработку. Место переработки черного камня. Дали какой-то доступ. Так, нам надо туда, но у нас туда не пускают. Давайте вниз-то спустимся. Так, здесь у нас ничего нету. Здесь, ага, нас тоже сюда не пускают. Понятно. Будем искать, значит, проход. Тогда отправляемся. Давайте на энергоустановку едем. На первый этаж. Центр обслуживания. Значит, сейчас побежим туда. Это центр обслуживания. Так, туда нам закрыто. Вот мы в центре обслуживания. Да? Мы же в центре обслуживания, получается? Сектор обслуживания. А, ну вот, все, мы в секторе обслуживания. Так, ну пойдемте сюда, заскочим. Вот это мощь. Так, тут реп затрется. Всякое разное. Стоять.
пройти это можем? Можем. Так. Здесь у нас 4-й уровень доступа. Пробуем. О, работает. Отлично. Давайте вниз пока заглянем. О, пожалуйста. По-любому я знаю, что что-то есть внизу у нас. Так. Моргает одна. Поднимаем, закидываем. Ух ты. А так можно, что ли, было? Оказывается. Интересно. Так. Поднимаемся. Ничего нету пока. Здесь. Два. Кристалл надо оставить. Ага. Так. Оп, снизу он как раз видел. Видел, лежал. Опа. Оп, отлично. Туда сначала пробежимся, глянем. Чувствую, я с этой комнаты сейчас... Ага, здесь только спуск вниз. Понятно. Так, ну давайте нажмем. Угу. Так, и... Обойти гостиницу. Ну тут мы уже были, ладно, сейчас разберемся. Так, открылась дверка. Здесь у нас ничего нету. Еще одна открылась. Воу! Так, а что это? Давайте задвинем. Радио передвинем. Вот, тут еще что-то можно делать. Ну давайте подвинем. Теперь две двери открыты. Та закрылась. Так. Это открылось. А если мы стул сейчас выдвинем? О, дверь открылась. Шикарненько. Фартануло. Так, по итогу у нас что получается? Стул мы не трогаем, задвигаем радио, поправляем картину и передвигаем цветок. Все понятно. Все предельно просто, оказывается. Раз. Два. И три. Все. Так, продолжить направление места переработки. Ага, вон туда нам надо попасть. Понятно. Так. Вниз спустились. Камера Атласа, переработка черного камня. Так, нам туда и надо. Пойдемте. Не, ну вот это вот шикарно, конечно, не сделали. Вот эти вот комнаты все. Прям классно вообще выглядит. Okay. We need to find a way to Black Rock processing. That's where Marshall said we'd find a prism. Ну, сортир. Заглянем. Что-то как-то скудненько. Обычно сортиры что-то напихиваете интересненькое. Так. Угу. Сюда нас не пускают. Есть проход.
Есть какой-то спуск. Давайте так, проходик сначала. Вот чек. Опа! Секретики. Люблю секретики. Усиленный кумулятивный огонь. И еще там что-то было. Так. Тут нет ничего у нас. Ладно. Можно открыть дверь. Опа, там перестрелка. Ты что там забыл? И этот что тут стрелет? Ну-ка. Друзей моих не нападай. Кинул меня. Опа. Ты что пасешь тут стоишь? Так, ну давайте очищаем территорию. Отлично. Поговорить с Эришем. Так, не понял. Эффективность метания. У меня что, не хватает места? У меня моды заполнены. Так, тогда предлагаю начать разбирать. А давайте вот, которые первые в уровне, мы их сейчас и разберем. Все, которые первые в уровне, по типу, по редкости, вот. Вот так вот проще поставим и разберем все эти моды первого уровня. Вот и нормально. А там что за процент? Так, у нас скорость восстановления, а здесь у нас стоимость метания. Мы сможем метать побыстрее. Давайте поставим, попробуем. Так, мода оружия. Кстати, я смотрю, тоже сейчас кончится уже скоро. Для кумулятива. Ну, давайте. Урон у нас стоит, тем более второго уровня. Так, и у нас стоит вот такое. Ага, все, давайте тоже пока разберем. Он по вражеской броне. Пока хватит. Эффект увертки. Так. Давайте чекнем. Что у нас тут вообще есть? Нет? Приколюхи какие нам оставили. А мы и не знаем. Что-то скучновато тут. Ничего не накинули в этот раз. Так, ну пойдемте наверх-то. Здесь пробежимся. И... During an AWE investigation, our agents discovered a light switch cord in a Butte bungalow closet. They pulled the cord and were instantly transported to the Ocean View Motel and Casino. Dream like hay! No. Inside, they found a door marked with an inverted black pyramid. And just like that, it led back to the oldest house, some 2,000 miles from Montana. Now we're finding the cord in increasing numbers throughout the Bureau. Somehow the two places, they became in tune to each other. The actual physical location of the Ocean View is a mystery. Stepping beyond its walls has so far proven impossible. A place of power, like the oldest house.
Ну понятно. Опа! Стоит втихаря. Типа я не замечу что-то. Ритуальный импульс. Понятненько. Так, ну побежали тогда. Опа, шелтер. Открываем. Чё у нас тут приготовили? Еще одна модификация какая-нибудь. Или эффективность увертки. Угу. Так, давайте еще быстренько зачекаем, что можем тут собрать. Доки. Ranger squad Charlie 7 returned from an expedition into the quarry threshold just after 0500 Zulu. Can you please state your names and describe the purpose of your expedition? Kevin Horowitz. Rupert Well. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. Secondary objective, as always, was to find a route from the threshold entrance and maintenance to the formation. Secondary objective was not a success. Medic, what's the damage? What a surprise. They've each taken a few. And did you encounter any previous surgical station ASAP? Да все, 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 все болтайте. They're gonna have to be. Hey, thanks for bringing down that... whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The Hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FPC. But Darling's lab is just past Blackrock Processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, right down the hall. Bad news is, a Hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Ranger said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the Hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and, well, no one's seen since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Да, с диалогами, конечно, тут сейчас немножко вышел косячок. Запустили там, эти стали болтать там. Но, короче, факт в том, что поселился монстр. Сейчас мы этого монстра пойдем и прикончим. А ребята отправятся в сектор другой, перегруппировываться. Так. Опа. Труп. 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 Ну, пойдем. Ариш wasn't kidding about that monster. Много трупов. Слишком много трупов. А здесь у нас что? Оп, доки. Мне не нравилось, что вот он шевелился туда-сюда. Доступа у нас нету. You showed me the HRA when I first got here, and the machine that makes them. Так, ну вон горит. Can you help me find the prism? Ого. Shit. What the fuck? Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче. Монстр. Опа, я видел тебя, преследуешь меня. Обыскать лабораторию черного камня доктора Дарлинга. Ну погнали, дорогие друзья. Так, здесь у нас опять доки. The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. They should get us into the quarry. You heard that too, right?
А там был где-то нужен уровень доступа 5. Давайте зайдем, посмотрим. So, the prisms must be there too. Вот. Сюда. Здесь у нас что? Опа. Подарочек. Здесь можем открыть дверь теперь. Шикарненько. Теперь они открыты. Хорошо. Так. Ну, пойдемте. Сейчас здесь еще чекнем. Может, здесь что-нибудь стоит. Ничего тут для нас не припасли интересного. Codes Blackrock 665. Neighbor of the Beast. Get it? Чё, телевизор сломан, видать, не показывает. We can do that. Ладно. Так. Теперь мы можем отправиться. Everything here is crazy. Карьер черного камня. Weird, but it feels... Нам, наверное, все-таки надо сейчас теперь right. туда подняться наверх, like где мы не смогли попасть. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm happy. Блять, ты куда? Обходить будешь? Kind of insane. Ну давай. Минус. Отлично. Опа. Так, тут они открыли. Ага. То есть вот. То есть они теперь проход наверх мне открыли. Все, отлично. Так, а здесь у нас что? Подарок нам какой-то тут оставили. Так. А здесь у нас? Ага. Так, сюда обратно. Поднимемся уже сюда наверх. Как раз. Рыбы ходят. Опа. Снизу стреляют. Это прямо на бочку спрятался. О, точка. Сохраняемся. Так, дорогие мои друзья, на этом пока все. Потом в дальнейшем продолжим прохождение игрушки Control. Полдела практически, я так думаю, мы уже с вами сделали. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, до скорых встреч, мои дорогие друзья!